До долгожданного открытия Национальной библиотеки Коми после капитального ремонта осталась неделя. Сейчас сотрудники главного книгохранилища региона активно занимаются вывозом книг из временных фондов. Книги с стопками выставлены на первом этаже временного хранилища, и группа сотрудников по цепочке передает стопку за стопкой к машинам. К слову, каждая такая стопка связана разноцветной бечевкой, и каждый цвет соответствует определенному отделу библиотеки. Так будет куда проще и быстрее расставить книги в нужном порядке, ведь в фонде библиотеки 887 тысяч изданий. Очень рад, что мы возвращаемся в свою родную библиотеку на Советскую 13. Закончили перевоз абонемента. Нам предстоит перевести отдел литературы по искусству, отдел краеведческой литературы. В летний период у нас были трудовые бригады, и активно помогали ребята, помогали отряды мэра и так далее. Сейчас у нас работают волонтеры, но, конечно, основной труд, основная масса переезда ложится на наших сотрудников. Напомним, в ходе капитального ремонта у библиотеки отремонтирован фасад и кровля здания, обустроена прилегающая территория и входная группа, заменены все инженерные коммуникации, обновлен внутренний дизайн, приобретена новая мебель и техника. Торжественное открытие Национальной библиотеки Коми намечено на 29 декабря.